Monkey Dust, да, я посоветую. Monkey Dust очень крутой. Я люблю Monkey Dust. Сделать бы семерочку этой колодки. Был бы здорово. Ну, хотя бы чуть-чуть поднять минрейт. Но это мне ничего не надо. Я буду искать строго единицы. Строго двойки. Которых у меня очень мало. Ну, кроме скорострельности. О. Это хорошая рука. Манки. Манки даст. Такой английский мультсериал. Почему не взял чародейского голема? Да потому что у меня не какой-то не слишком агрессивный хантер. Мне именно контроль нужен. Определенный. Я готов выступать. Это не страшно. А как же ты, сестра? Я же знаю, что, что ты-то мне точно не откажешь. Ты просто ревнуешь. Вот. Поэтому так и говоришь. Не хочешь меня ни с кем делить. Походу я победил. Мы должны очистить солнечный полет. Я должен защитить эту землю. Сейчас он немного расстроится. В лицо, в лицо. Ну давай. Я за охотник. Давай двух существенно. Ну хотя я уже в принципе одну карту убил, поэтому 2 на 2 будет. Но мне все равно жаль. Не хочется, не хочется. Ну ладно. Ну через монетку я саван камин достану. Надо забрать это. С другой стороны, я могу сделать скорострельность. Да, и вот эта штука. Я забираю его, потому что у меня есть дедлишот. Вот. И вероятно, что я смогу, ну, захочу его сделать. Ну, хотя, конечно, так себе его делать. Все же Хаймин сейчас более приятнее выглядит. Ну да. Ну да. Раз, два. А может и не буду, пробьем в лицо. Да, пожалуй, пробьем в лицо. Глаза всегда открыты. Ладно.
На самом деле, что-то муть какая-то, да, потому что меня так убьет, но хрен с ним. Наверное. Может, не хрен с ним. Может, я начудил. Так, так. Окей. Ой, это я так разменял. Надо для шота вот это убрать. Может, два до для шота. Нет, два до для шота много слишком. Тебя. Это я спустил собак. Ну давай так сделаем. Опять же, мне вроде как бы нужно контролировать стол изначально. Как только я наберу определенный ком, тогда я пробью ему в лицо. Сразу очень много. Вот. Такая идея моей колоды. Этот дурацкий паренек, он мне ламбает сильно все. Ладно, хрен с ним. Придется так убить. Интересно. Ну, ладно. Самый простой это для шотов в мире. Не было летал, не было. Нет, я сдаюсь. Этот говорит так. Да, вряд ли его вообще что-либо спасет. Даже пускай будет дозвинг. Не спасает. Обнаружена магия. Тем более. Ну давай, как вариант. Выволим его. Все-таки. Вообще желательно, конечно, эту арену подольше поиграть. Да, наверное, лучше его, учитывая Шаттерсан. Подольше арену поиграть хочется и к часам 7 закончить. И я тогда поиграю в Хардстон. В ход. Да. Именно в него. Не давай.
Два раза стрелять это не очень хорошо для него. Уже сильно замедлится против Хантера. Ладно, это неплохо. Еще раз придется стрелять. Я, наверное, скорострельность плюс варгены сделаю. Секрет. Либо варгена плюс скорострельность. Может, тебя лучше? Давай лучше тебя. Окей. Две тройки могу на следующий ход сделать. Не дает он мне все по мане раскидать. Давай, огра. Большого-большого огра. Луна свет не падет. Ну, что сюда дали, что-то я сделаю. Жесть у меня рука. Значит, в руке у меня 11. Мне нужно ему нанести еще 12. Ну что? Секрет. Секрет. Ладно, хрен с тобой. Я готов, сэр. Флейм страйк, окей. Не, походу это поражение. Орган эксплозион. Баба. Не, ну тогда нет. Если бы я мог сделать одним выстрелом только и вот этими картами летал на следующий ход, то я бы сделал. Ну, я бы сделал. Тебе нужно благословение? Ой, ну это конец. Это я выиграл. Тебе нужно благословение? Кто хотел увидеть? Все равно же выиграл. Все равно же выиграл. Самый быстрый на Западе. Диком-диком.
мне победу. Да начнется охота. Да, это прист, я не хочу владык смерти иметь против приста. Как-то очень так себе. Ужасная рука. Ну ладно. Давай. И полечат? Да, и полечат. Ну ладно. Ничего очень страшного в этом я не вижу. Ибо у меня есть. Ну сейчас в идеале получить... Окей, пятерка какая-то. Ладно. Здесь я делаю дедли шот. Тигр. Ладно. Кстати, неплохо. Комбо, комбо. А следующий ход, скорее всего, будет чароди... Ну, хотя, может, полечить. Ну, да. Ну, как-то не ясно. Угар, не будет лечить. Да, чародейский выстрел, это я убью. Это я вот так вот сделаю. Погоди, а может тебе лучше в лицо? Не, надо вот это делать. Твоя магия тебя не спасет. Глупый сенсор. Ну ладно. Черт с тобой, залп. Ну, кстати, да, я, пожалуй, безопасно сыграю лучше. Коль у меня есть яйца, я могу все зачистить. Мне нравится. Ну, ему нужно либо таунт, либо как-то похилиться больше, чем просто своей обилкой. Вот. Либо кого-то ремовнуть. Надо подумать. Не может ничего сделать, он проиграл. Смайтики. Окей. Северные волки готовы к бою. Ты сильнее. А, это он забыл полечиться и расстроился. Ну, бывает. Рексар и Утер. Я буду сражаться с честью. Ладно. Эту штуку оставить? Ну, да. Не, давай существ поищу. Какую-то троечку. Ну, хрен с тобой. Но
Вообще, вроде Бладина будет очень тяжело мне играть, потому что никакой... А, не, ну есть один залп. Ну, не знаю. Тройки нет, печально. Ну, кстати, если достанешь этот мини-бот, я сделаю вот этот счет. Но он же не достанет. Нет, конечно. Придется просто бить им. Ну, можно, кстати, арканшотом убрать. Давай. Лишние два урона. Как раз то, что делает арканшот. Нет. Что приказать? Не делает. Вот эти ребята уже проблема. Сейчас какой-нибудь Blessing of Kings пойдет. Миксер, ты можешь количество вина вот здесь посмотреть. Еще парня достань. Теперь два. Окей. Да, делать-то больше нечего. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, пять. Спасибо. Ну давай. Атаковать, не атаковать. Давай атакую. Да, очень трудно без, против паладина без собак. Ну, если он всем разменяется, то я буду не против. Да, давай меняйся всем. А, ты даже так. Ну, хрен с тобой. Справедливость должна быть восстановлена. Скорострельность. Да нет, я, наверное, сделаю вот так вот. Угу. Да, он меня пробьет очень много, но что поделать. Да для шота, ну, 25% я точно не буду ловить это. Я не такой человек. Поэтому я вот так вот сделаю. То, что он заход... сколько мне ему надо? Ему надо 7 урона. Ты называешь это оружием? Хорошо. Минус 3-3, видимо. Раз, два, три. В лицо. Угу. Лицо. Я убью тебя, скорострельность тебя убью. Дедлишотом. Правильно? Так я буду делать. Наверное. У меня еще останется на двоечку. Давай. Ну давай, теперь поиграем. Неплохо сыграно. Вряд ли он 10 мне сможет нанести. Идет запуск. Порталы открыты. Спустил собак.
Максимум урона? Не, ну не максимум. Сколько я? 10 нанесу тебе. Ну, вообще, да, мне это нравится. Я даже скорострельностью убью, наверное, 2-3. На всякий, на всякий. У меня есть 5 из руки. Остается 7. 2 с обилки. Остается 5. То есть мне нужен один он и одна собака или там Амани. Что-то такое. Окей. Ученики, внимание. Это ерунда. Секрет. Я готов учиться. Хрен его знает. Залп. Раз, два. Раз, два. Три, четыре. Значит, 6 плюс 8. Да, и 13. Ну, давай. Наказал. У него было все для того, чтобы победить. Да, начиная с Master 4 Battle, то есть третий ход, он имел большое преимущество. Но он сам же его и закинул. Стоит ли скорострельность? Не, у меня их 5 штук. Я что, получу еще одну? Ну, 2 тройки оставлю. Ладно, через монетку одну, через вторую. Даже есть 2. Здорово. Очень сильная рука. Ну, Дезлорд такой себе, ну, не важно. Еще была бы единица, но единицы у меня вообще нет. Кроме Арканшота. С тобой. Может быть, я через монетку сейчас сделаю. Нет, не сделаю через монетку. Вот эту штуку. Аркеншот. Не. Ну ладно. Черт с тобой. Пускай мне разменивается, я добью паучком и достану эти. Это тоже здорово. Ну, ладно. Не сильно расстроен я. Сейчас я просто буду бить лицо. Не, ну это если он ударит мимо, я, конечно, убью. Я имею в виду, что просто у меня такая 4, 5, 6. Не особо ни над чем думать не надо. Ну, кстати, вот так могу сделать. Ну, не, не буду. Вот, рубашка отходца. Оберон. И я тебе объясню. Для того, чтобы получить рубашку от Ходса, тебе нужно... Тебе нужно зайти в Ходс. Вот, и нажать там на подарок. Тогда ты его получишь.
такая вот штука. Я могу сделать deadly shot. Да не, я сделаю камень. Не deadly shot, в смысле мультишот плюс квикшот. Ну, ну и нафиг. Вообще не очень у меня такая ситуация. Ну, ладно. Хаймин, наверное, убьет. Нет. Я чувствую запах. Ну там выскочит такая штука. Не знаю, как вам объяснить. Ну просто с правого экрана в верхней части такая высветится шляпа, вы ее не пропустите. Я могу дезлорда сделать, но на самом деле... Ну да, наверное, сделаю дезлорда. Давай, дезлорда. У меня так много ремулов, что мне вроде бы как бы и здорово, что он мне... Ну не знаю. Посмотрим. Обнаружена магия. Просто ударил. Значит, раз. Два. Квикшот. Мультишот. Сюда можно плюс один арморчик повесить. Этим в лицо. Не, давай подумаем что-нибудь по-другому. Как это придумать? Мне не нравится то, что я изначально придумал. Ну, это, скорее всего, идет сюда. Да? Давай. А, ну мне эту надо. Нет, могу. Могу этого оставить. 4, а единицу хп здесь оставить. Да ну не. Хорошо, урона. Да, ну, пожалуй, наверное, оставлю я здесь больше хп. Так лучше. Мне кажется. О, в самом ходе, не знаю, я еще не посмотрел. Ну ладно, я ударю так, квикшот сделаю. Тут-то ничего вроде страшного. Давай, пожалуй, я даже так ударю. Может быть. А что я мог сделать? А, да, я, конечно. Да, конечно же, мне нужно было смертельный выстрел вот этим в конце делать. Да, 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 я забыл. Я забыл, я дурак. Согласен. Блин, да, это, конечно, серьезный минус. Ну ладно, хрен с тобой. Давай мы одного заберем. Что происходит?
Забыл я с такой хорошей способности Бигшота. Ну, ладно. Надеюсь, не какой-то большой таунт. Ну, просто вообще не таунт. Ну, раптор. Не страшно. Любой летал, любая единица. Нет. Нет, нет, нет. Давай тогда дальше контролировать стол. А чё нет? Подожди, я же у тебя 6, 7, ну да. Ну хотя нет, можно все в лицо дать. Да, я все удам в лицо, потому что... Даже если он сделает армрап, то я все равно добиваю свои способности. Это не волнует меня. Свет защищает меня. Ну, в любом случае, не могу зачистить стол. Это же не такая редкость, взять просто 2-2. Ну, конечно, плохо, но... Можно много карт придумать еще хуже. Виз периодически. Плохая рука. Вот это здорово. На второй ход его, на третий ход квикшотом забрать его карту, и потом на четвертый... Мечтаю об этом. Давай, что-то, что я смогу квикшотом забрать. Может даже потратить монетку, достать фарген. Во, вот такой ход вообще. Во, лучше всего. Гуля. Ну, тоже пойдет, чё нет. Согласен на Гуля. Ну, это тоже как бы... Интересно. Тут надо подумать. Я могу достать Шаттер Санклерку. У меня останется, соответственно, 2-3. Вряд ли он будет убивать мне паука. Он более вероятно убьет. Он меня убьет Шаттер Сан с помощью Гули. Правда, он мне может фаербол кинуть, фростбол кинуть, Шаттер Сан, и убить паука, да мне это не нравится. Я лучше более как-то безопасно сыграю. Просто я очень хочу псаря на четвертый ход достать, а мне это очень важно. Ну ладно, хорошо, я разменяю, даже если мне... Давай. Если там будет копия. Пустил собак. Может быть, Шаттер Сан на следующий ход будет плюс выстрел. Он фростболт, окей. Нет, тогда я лазерную игроку достану. Могу его достать. Для больше... Не-не... Если я достану его, на следующий ход я могу сделать либо вот эту штуку. Ну, вот это вряд ли, конечно, будет. Не, давай агрессивничать.
Я охотник, это маг. Как бы все говорит в пользу того, что я должен очень агрессивно играть. Не вариант идем. Заряжен и готов к бою. Fucking kidding. Не, мне тебе что-то не нравится. Давай я тебя достану. Если он меня убьет вот так вот, плюс выстрелом, я смогу Шаттерсан забафать и добить. Ну, либо может быть... Не нравится мне это. Что-то нравится. Ну, если что, я бы сделал даже дедлишот, чтобы все зачистить. Но пока это мне в этом нет необходимости. Оруженосец, со мной. Я готов, сэр. Окей. Да для счет не очень хорош, да, больше ничего не сделаю. Ну давай я тогда просто достану тебя. Флейм страйк будет, конечно, плохо. Достану тебя, ты меня ударишь так. Все равно флейм страйк плохо. Ее. Интересно. Я могу сделать неожиданный немного ход, я могу ударить вот так вот, достать черепаху. Тогда меня не будет волновать Flame Strike. Но тогда меня убьет он вот этим. Истекает. Давай. Карт у него мало. Я поиграю контроль. Окей, это дедлишот. Может лучше Азур Дрейка? Давай Азур Дрейка лучше. Фигшот побольше будет бить. Плюс вариант как-то забафать. Ну, так как мне нужно, а не просто так. Забафать. Флейм страйк. Флейм страйк. Ладно. Флейм страйк так флейм страйк. Давай сначала тебя. Теперь тебя. Если бы у меня был здесь кабанчик, я бы квикшот делал там. Йети, может быть, посмотрим. Это он расстроился, я понял. Окей. Итак, что я делаю здесь? Ну, вот эту гадость мне желательно забрать, наверное. Это мне в лицо можно ударить. Сан, шатер, сан. Интересно. Угу.
С другой стороны, я могу забафать Шаттерсан сюда и убить его. Убить тебя и убить... Интересно. Ну да, вообще в полный контроль сыграть. Давай. Опять же, карты у нее нету. Поэтому я пойду на это. Давай тебя достанем, чтобы выстрел сделать. Просто для того, чтобы что-то иметь на столе, он достал БГХ. Да, может быть неправильно, но я бы так точно ему пробил в лицо, и он боялся, потому что, опять же, тут тоже такое. Ну, ладно. Ну, время сдаваться. Даже если ему придет стоп-дека Flame Strike, это его вообще никак не спасет. Неплохо сыграно. Дезвинг, да, мог бы что-нибудь соорудить. Особенно если бы Дезвинг, а из него еще бы какой-то таунт хороший. Но это же... Мы же не верим в сказки. Не верим. Рексар мне не нужен. Давай я тоже уберу. Я еще хочу найти двойку-тройку. Тройка. Все как надо. Наверное, я достану через монетку сразу берсека. Ой, я могу достать вот эту штуку. Да не, берсек лучше. Наверное. Не. Ну, он просто парня сделает. Я же не сомневаюсь в этом, не сомневаюсь. И мне убьет берсека. Что не очень здорово. Давай пучка. Окей. Секрет. Что приказать? Я встряну, если там будет консекрейшн. Ну, что я думаю? Я думаю, это, конечно же, Avenge. Я могу говорить, Крикшот и Арканшот. Это не очень здорово. И у меня, в принципе, все на столе останется. Не, давай я лучше вот варгены. Давай я вот так сделаю. Привет, Жека. Спасибо. Дай мне задание. Окей. Блин, мне нужно это убирать. Плохо. Придется, видимо, вот опять эти две карты отдавать. Все же. Кого мне убить?
Да, это слишком стрёмный чувак. Ты это не на халяву заберёт этого. Боль. Дурацкая заморозка. Что делать? Хрен с тобой. Ну понятно, что он меня убьет 5-2. Хорошая пятерка, ну четверка, ладно. Дедлишот. Не. Минус здорово. Халява. Сир. Цель отмечена крестом. Ладно. Меня спасает, что у нее не так много карт. Вот. Сейчас, секунду. Жду приказаний. Оу. Ну, здорово для меня, да, конечно, я заберу это, да, что-то. И более агрессивное существо. У меня все же хандмастер. Победа, здорово. Винрейд за хантера поднял, наконец-то.